Доброго всем времени суток, с вами Текстер. Продолжаем зарабатывать деньги в XCOM, в UFO 2. Я уж XCOM зову. Экстратерестриал, да. Немножко у меня на моем техническом прогрессе, который я тут же притворял в жизнь, прожрал все деньги, и опять площадка, я ее ненавижу. Я уже ненавижу эту площадку, ну, сколько можно. А, давай, ладно. Есть-то нет никого. Потому что гранат кинуть, да здесь нет никого. Так. Машины, мерзкие машины, сразу скажу, они взрываются. И пошел туда. Ну, короче, ты туда. Ты туда. Там, скорее всего, никого нет, ну, а в чем бы и нет. Все, отходился, да, молодца. Ну что, тут у нас все побегают. Красотку сюда. Выключено, не надо. Не надо с выключенным бегать. А что у вас всех выключено-то? Туда. Так, ну, нубиасы, пошли. Пошли, прокачка. Синюки. Включено, отлично. Так, ты, нуб, сюда иди. Миномет. А, ну, его лучше сюда миномет выкатывать, так сказать, на позицию. Ну ладно, пока вот так выходи. Ох, я опять кучкуюсь. Так, базучник. Ну и пока не хрен толпу создавать. Головастики. О, я же говорю, не хрен толпу создавать. Никто ничего не получил, отлично. Полетели, побежали. Ну что, взрывать не буду тогда эту гадость. Так, а тут все уже? Нет, тут темное просто. Так. Он кого-то видел? А, наверху видел. Ладно, доберемся до наверху, до этого. Так, ты видишь внизу? Ну и фига чего. Мне кажется, вот так. Пулю в висок и все. Нехрен тут. Опа, еще кто-то. Ну все, химический хмырь понеслась. А так? Я даже не знаю, где я его вижу. В общем дело. А этому? Не на линии. Ну и ладно, в пенях всех. Лети дальше. А, он на земле стоит. Но я все равно его не вижу, почему я 15 сохраняю на автоматический огонь, я не знаю, он у него не 15 стоит, но вот так вот. Побежали. Не добежали. Бават. Так, там что? Да, там ничего. Так, давай, красотка, вперед. Там машина справа, но не очень тоже. Ладно, если тут пересечет, она увидит. Так, тебе туда. И вот сюда, пожалуй. Вдруг кто придет. Так. Ну, ты у нас, товарищ огнеборец. Тебе баки пофигу. Морозильники. Давай морозильники вниз. Чё-то морозильник как-то не морозильник, да? А, давай этого первого. Я не против. Там труп. Так, что дальше? Ты. Ну давай, прошуруши между ними. Ай, блин, опять в куче стоите. Ну ладно. Вот это вот ты, наверное, можешь. Не на линии. Да он тебе не на линии оно. Вот так, на линии. Оно, фу, форточка такая сзади разлетелась. Да. У нас вот так вот. 24, 19, 15. Нормально. Компьютер со стола снес. Молодец. А, хвалю. А теперь попадите. 17, 19. Могу.
Вот и нехрен тут сидеть. Так. На позицию. Так, следующий ход сменим. Ракетчица. Ну, тебе в коридорах тут не очень чего есть делать, поэтому сиди. Так, молодежь на выход. С вещами. Так, догоняй. Ну, это красноштанные, это элита, так сказать, моих нубов. У меня есть и не элита. Вот так. Ну, худо-бедно, каждый такой замес, 1-2 человека прокачиваются. Так, это тот... Не, не тот, это новый. Ну что ж, пойдем в порядку. Че тут у нас? Тут у нас край карты, прекрасно. Значит, туда. Ты опять видишь всех. Да, ты. Ну, не видит, но может. Ибо нефиг. Блин, самый больше всех стреляющий. А, кстати, вот корабль. Нежданно. Я не ожидал, что он тут будет. Я думал, там, в левом углу. Ну ладно. То есть... Не, пока... А, вот он. Ну да, все, понятно. Так. Оп. Отбежал куда-то не туда. Ну ладно. В принципе, тоже не страшно. Ну, Биас. Давай сюда. Там наверху, говорят, стреляют. Угу. Так, синештанные. А, это сверли. Думаю, блин, откуда гоночная машина на моих краях? Кто на квартале новую тачку приобрел? Так. Сюда дойдешь? Хрена. Ну, хоть сюда давай. Пара ходов тоже неплохо. Уселась, ждет, молодца. Так, ракетчица, тебе вниз, наверное, теперь. А тут хрен куда добьешь. Ну, бесы. Побежали. Блин, главное, чтобы в эту машину не влетела. Она взрывается. Это было бы не очень хорошо. Бежит. Это сюда. Но мы должны бегать. И проходить курс молодого бойца. Поехали. Ну? Че, никто не выйдет? О! И там кто-то, да? Ой, здорово. Ща всех. Так, ты пошел сюда на перехват, типа. Хопа. Хопа. Так. Давайте вот так. И путь расчищу. И хмыря взорву. Ты сколько-то взорваться будешь? Я вроде один раз стрелял. Так. Ну, надо вот эти бочки оприходовать. Я понимаю, что лучше, конечно, чтобы там враг был. Кому-то поглотили урон. Просто мне эта фигня не нужна тут. Так, давай сюда. А, у тебя ходов не хватит. Так. Ну, корабль-то пожмакли, да. Даже не знаю, выстрелить, не выстрелить. Ну, пускай бочка стоит. Она не мешает. Присядь. Опаньки. А, в лифт вошел, да? Молодец. Возьми с полки пирожок. Надо было брать тот, который без гвоздей. Так. Синий. Ну, синие такие, они ждут.
Но я пушек не вижу. Ой, блин, тут сзади машина. Вот с этим, конечно, задница. Хочешь, не хочешь, а вляпаешься. Потому что везде эти чертова машина. Так, садись. Стрелять будешь. Так, ты сидишь, ты базучишь. Откуда отсюда? Базучить можно откуда угодно. Так. Пошел от этих машин. Тут этого можно и не пережить. Мне кажется, вот все вот эти вот сзади бегущие, они никак меня задействованы тут не будут. Только пассивный доход у них будет. Опа! Вот неожиданно оттуда вышел. О, правильно, нуб, стреляй в него. Стреляй в него, нуб. Убей его. То сейчас выстрелит, и все взорвется нахрен. И он выстрелил. Пять химия. Да, не страшно. Так. Давайте вот этого сначала. Оп. Давай, метка. Ой, какой ты меткий. 26. Давай еще метка. Твой шанс на заработок. Ты его реализовал. Ну, тут это никого. Так что даже не знаю. Тут никого. Где враги-то? Все разнесено, тут обломки лифтов. Так, ну я пока не могу никуда ходить. Могу только вот этими бегать. Там в огонь. У меня не те скафандры, чтобы вот там в огонь лезть. Так, ты давай отсюда заходи, что ли. Сидит. Короче, все сидят, всем хорошо. Давай туда выходи. Туда тут можно окружать, этот корабль пока не позеленеешь, но как-то все это. Пользы не приносит. Ну что, кто последний остался? Выходи. Выходи по-хорошему. В плен возьму, может. Что ты первый ходишь? Я тоже хочу первый ходить. Это не последний был, товарищ. Видимо, там битком сидит этих наездников. Ну, надо ждать, пока огонь кончится. Теперь поймайте их. Теперь поймаем, да, всех поймаем. Не дойдет. Дойдет. Да блин, какой настырный стрелильщик-то, а? Хоп. И вот куча врагов. Привет, куча врагов. У тебя 12. А, дернулся улететь и получил, да? Я теперь знаю, где вы. Так, я у всех знаю. Не добежит, да? Ну, к бочке я не хочу, спасибо. В тех она не попадет. Это кажется. О, попадет. Давай. И откинули копыта. Ждем. Я больше врагов просто не вижу. Сейчас. Я отомщу, и мстя будет страшно. Вот это было здорово. А тот тебе чем досадил? Нормально, стрелял в этого, а попал в того, который внизу стоит. Ну, тебя все видят, между прочим. Тебя не смущает. Как знаешь. Да и главное, хлипкие такие. Чего они пытаются что-то сделать, я не знаю.
Так, ты мне посадил щит 100%, да? 100% посадил. Месть моя будет страшна. Я все стены тебе поломаю. Так. Ну, я же меткий. А, нет, все, да? Я же меткий, аж куда деваться. Ждем. Ну, сейчас опять в него постреляет. Стоит, думает, что бы такого замутить? Давай дырку в стене сделаю. Почти попал в машину. Если он попал в машину, всем было бы хреново. Теперь поймайте их. Теперь поймаю их. Он один. Он точно один. Он не один. Ну, пойду поймаю их. Как бы это неожиданно не было. А где буду их ловить? Может, они сами на меня как-то выйдут? Вот оно началось. Найди последнего оленя. Моя любимая, черт возьми. Так, ну, на втором этаже никого. На первый спуститься только если. Погодите, это вверх. Это крыша. На крыше их не бывает. А, так сказать, кушек тут нет. Просто последний олень может быть в любой жопе мира. Хорошо, если в корабле. А если не в корабле, его задолбаюсь искать. Но он не в корабле, походу. Как раз тот случай, да? Ой, ёлки. Ну чё, побежали проверять вообще всё. Надеюсь, он где-то откуда-то выйдет. Ну тут какое-то здание было высокое, прям высокое. Ну где вот этого застрелил? Вот этого вот. Ага, мне сюда. Давай. А, вот ты есть. Ну как-то вот. Вот, Лучана сидит. Молодец. Чан взорвался. Хорошо, на моих деньгах никак не сказывается. Так, красотка. Тут не меняется, надо красотку обозвать. Так, стрельба максимум. Молодца. Сила 70, тебе больше не надо. Живучесть. Писала бы даже за что. Давай ты будешь метко попадать в врага. О, ты. Ты наш этот. Хотя. А, желтые звезды. У этой белые, это желтые. Ну, подполковник не меньше. Он сильный, храбрый. Кстати, восприятие, чтобы он прям в ответ стрелял. Гранату он не кидает, у него палка с собой. Так что все у него с ним хорошо. Так, давайте. На базу. Смотрите, и всем всего хватает, что интересно. Так, да, что-нибудь толкнем. Так. Позорные патроны. Погодите, у меня 14. Да, я десятка буду держать. Так, и тут. Ну, тут оленское барахло, его мало. Хотя. Ну, сделайте мне самолет, а? Приостановлено. Я вот другого способа, кроме как вот так, не знаю. Сделать. И минус 16. Ну ладно, ждем. А кто-то там готов. И снова налет.
Но вот этот месяц у меня, получается, больше бабла принесет, потому что я тут всяких долбаю. Я вот думаю. Может, мне такие... Угу. Еще что-то снести? Что меньше платить? Ну-ка посмотрим. Но тут у меня крафт, тут я не могу ничего сдать. Равнина защита. Иди ты нафиг. 90 тысяч. Стоимость столько-то. А сколько в день она берет? Неизвестно. Просто орудийная, мне кажется, такой себе. Лаба нужна. Тут сады мастерских. Ну так они эти самолеты производят. Я так чувствую, там потом еще какой-то самолет будет. Ну, или пушка к нему как минимум. Сколько стоит содержание? Давайте одну снесу. Продать. Давайте снесу две. За 180 мне очень нравится сносить. Так. Но тут у всех защита. И авик. Но я все убрал с авика. Хорошо. Попер. О, в море его утопите. Ну и ладно. Ваня, смотрите, в Японии посадили. Ну, Япония такое дело. Я туда не успею долететь. Ну, понятно, может, с ночи можно вылететь. Да пошло оно в пень. Гром завершен. Отлично. Так, смотрим по самолетам. Тут хорошо. Вот тут не хватает. Это у нас Африка. Только в Африке не хватает одного. Значит, комплект надо туда. Потому что там его сбили. Бессовестно. Ой, а какой это гром? Ну так по виду-то вроде второй. Ау. А у меня пушек нет, да? Второй, да. Не, серьезно? Я понял. То есть у меня так ровно производство все прошло, что у меня ничего нигде не осталось. Обалдеть. Африка. Так. Гром давай туда. И в крафты пошли крафтить. Так, что у нас? Позитронную пушку туда. И пику. Вот это было здорово. Так, по 25 рыл на каждую. 3 дня. Ну, в принципе, вот так вот. Бабла, конечно, не вагон. Ну, ладно. Ок. Но мне производство нужно, чтобы завершено было. Так, Азия. И Кургуру. Ну, к этому я, наверное, слетаю. Смотри, как уколбасит. Зигзагом улетает. Валите, он... Завалили, молодца. Так, деньги в минус ушли. А надо еще денег. О, вот ты не уйдешь. Тебя тут. Безоружный, да, вот так сиди безоружный. Очень удобно, чтобы случайно его не послать никуда. Россия, о. Вот это было. Я даже не помню, что произошло. Но я надеюсь, никого не сбил. Безоружный. Ну, Россия прилетела к шапочному разбору, так что там пофигу.
Боевой крейсер. Кенгурятины. Так. Азия. Мне кажется, сейчас меня базу придут отжимать. Какую-нибудь. Ну, хоть какую-нибудь. Надо было в Японию лететь все-таки. Деньги были. О, он с этим. Позитронникой. Лопите его. Пинайте его. Так, следующий пошел. Нет, успел. Все, вот к этому я полечу. Потому что минус 75 это не дело. Так. А никто ничего не приобрел. Они все просто стали более меткими. То есть все, что есть, все остается. Ну, и эти ребята выздоровели, так что все отлично. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.